Жительница Барышского района приобрела 5 литров крепкого напитка и перепродавала жидкость в небольших объемах. Цена напитка была такой же, как и у лицензионного алкоголя. А вот качество оказалось неудовлетворительным. Жидкость содержала не только спирт, но и токсичное вещество – ацетон. Суд вынес жительнице Барышского района оправдательный приговор, ведь покупатель не пострадал. Областная прокуратура не согласилась с решением, дело было направлено на новое судебное рассмотрение. То есть суд согласился с нашими доводами. Даже если потребитель пьет спирт, содержащую продукцию, которая может угрожать его жизни и здоровью, но вместе с тем никаких последствий от этого нету, а экспертиза, проведенная в ходе следствия, утвердила, что эта продукция является опасной для жизни и здоровья, то уже человека можно привлекать к уголовной ответственности. По результатам второго суда Барышский городской суд вынес обвинительный приговор. Женщине назначили штраф. Напомним, что нелегальное производство, хранение, перевозка и сбыт алкоголя предусматривает наказание, в том числе и лишение свободы до 2 лет. А употребление такой продукции опасно для жизни и здоровья. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Управда ТВ.